Максим Галкин жестко наехал на Андрея Малахова за распространение сплетен о своей семье. Ведущий Первого канала не вынес откровенной лжи. Сегодня утром появилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева построили шикарный особняк на Кипре. Статью опубликовал журнал, главным редактором которого является Андрей Малахов, известный телеведущий, который сейчас делает шоу на канале «Россия». Увидев публикацию, которые тут же разошлись по сети, Максим Галкин не на шутку разозлился и публично обратился к Малахову, назвав Андрея главным телесплетником страны. «Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство уже второй год рассказывает, что я купил и строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями. Если вы полистаете, то прочтете эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы. И на этой совместной фотографии и построена эта ложь. Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданства, это мое личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что публикация оплачена этим агентством, и журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый и лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал, — попросил он. Кстати, также Галкин опроверг ранее появившуюся информацию о том, что строит на своем участке часовню. «Это всего лишь беседка, в которой я собираюсь пить чай по утрам», — заявил телеведущий. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!